В округе стартовал общественно-образовательный проект «Деловая молодежь Ямала». Участие в нем принимают самые активные старшеклассники, студенты, молодые специалисты и предприниматели. Условно проект разделен на две части – теорию и практику. Во всех муниципалитетах сейчас проходят семинары, на которых ребята могут научиться разрабатывать и реализовывать собственные социально ориентированные проекты. Обо всем подробнее Дарья Самородова. Четвертый раз молодежь семилиственниц становится участником окружного общественно-образовательного проекта «Деловая молодежь Ямала». Инициатором и вдохновителем этого проекта является окружной департамент молодежи и туризма с привлечением авторского агентства «Новые социально-педагогические технологии». У проекта две составляющие – конкурсная, которая выражается в грантовой поддержке социально ориентированных молодежных инициатив и проектов, и образовательная, включающая семинары, подобные этому. Его проводит тренер Ирина Осницкая. В короткие сроки она научит ребят составлять и защищать социальные проекты, реализовать собственную идею и получить от нее наибольший эффект при наименьших затратах. Вот золотое правило успеха. Основной подход нашего, скажем так, отношения к социальному проектированию – это подход деятельности. Мы не хотим научить ребят писать много умных слов и много букв. Мы хотим, чтобы они умели писать кратко, ясно свои мысли, понимали, что они хотят сделать, и делали это с удовольствием. Молодежь каждого города решает свои местные проблемы, не конкурируя с соседями или ровесниками столичных городов. Ведь девиз проекта «Думай глобально, действуй локально». Так, например, ученица 5-й школы Ксения Рябцева является председателем городского педагогического отряда «Апельсин». Со своей командой она уже второй год реализует проект «Миксер». Ребята обучают школьников вожатскому делу. В этом году они доработали проект и собираются представить его еще раз. Так-то проекта это именно идет заинтересование молодежи, именно карьерный рост. Да, в дальнейшем это может помочь жизни тем, что вот может кто-то станет учителем, журналистом. И сейчас он себя реализует, покажет себя, зарекомендует, и дальше ему это поможет по жизни. Лектор общается с аудиторией на одном языке. Они без труда понимают друг друга. Семинар идет в режиме диалога. Полученную информацию слушатели намерены применить на практике. В помощь каждая проектная команда, принявшая участие в сессии, получит книжку «Я реализую свой проект» и сборник рабочих материалов, специально созданный тренерами проекта «Деловая молодежь Ямала». Это пособие станет путеводителем к успеху, говорят тренеры. Очень здорово, что очень много детей, которые заинтересованы получить грантовую поддержку и сделать очень полезные вещи на территории нашего города. Завтра в рамках общественно-образовательного проекта «Деловая молодежь Ямала» в Лабытнангах пройдет конкурс молодежных проектов. Три победителя получат гранты по 20 000 рублей. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».